Слава Богу! Слава Богу! Что можно сказать лучшее в этот вечер, как не слава Богу? Что можно сказать лучшего, ніж то, як повідять хвала Богу? Слава Богу за то, что мы живы, здоровы. Хвала Богу за то, что jesteśmy живы и здоровы. Что мы пришли сюда на своих ногах. Że на własnych ногах przyszliśmy tutaj. Что мы не лежим в больничных постелях. Że nie leżymy w łóżku szpitalnym. Что мы можем видеть своими глазами, że możemy patrzeć własnymi oczyma, слышать своими ушами, słyszeć na własne uszy, и что в груди нас бьется сердце, i że w naszych piersiach bije serce. Совсем недавно я лежал на постели уже перед сном. Недавно лежałem на łóżku i tuż przed snem. И я лег, и я услышал, как бьется мое сердце. Положивом ща, и так нагле услышаем, как бие мое сердце. Знаете, это очень красиво. Есть то что-то пенкнего. Когда ты подумаешь, что твое сердце бьется в твоем груди, в твоей груди, это такой шедевр. Шедевр. Что-то такое. Слышишь, как бьет то сердце в твоей пиерсе, то есть что-то чудовного такого, особенного. Я благодарю Господа, что могу быть сегодня с вами в этот вечер. Jestem wdzięczny Panu, że mogę dzisiaj być tym wieczorze tutaj z wami. Спасибо огромное всем вам и пастору. Dziękuję wielkie dzięki wam wszystkim i również pastorowi. Для меня это большая честь сегодня служить вам в этот вечер. Dla mnie jest wielkim zaszczytem usługiwać wam dzisiaj wieczorem. Когда мы поклонялись Господу, kiedy oddajemy chwałę Panu, Дух Святой говорил в моё сердце. Дух Święty przemawiał do mojego serca. Что многих из нас, że wielu z nas, сегодня он очень сильно утешит. Że on chce dzisiaj bardzo mocno pocieszyć. И то, что было для нас закрытым, i to, co było takim niewidocznym dla nas, возможно, сегодня Господь что-то откроет, и мы что-то увидим. Być może Pan dzisiaj coś pokaże i będziemy mogli wyraźniej zobaczyć. Однажды я получил откровение, что сам Бог готовится к служению. Pewnego razu otrzymałem takie objawienie, że to sam Bóg przygotowuje się do usługiwania. Он готовится ко встрече с нами. Он się przygotowuje do spotkania z nami. Он планирует и знает все, что нужно каждому из нас. Он планує і то wszystko, co jest potrzebne dla każdego z nas. И я верю, что сегодня в этот вечер Бог особенно посетит нас. І я вірю, що szczególnie ty tego wieczoru Bóg dzisiaj nas odwiedzi. Amen. Amen. Меня зовут Сергей. Nazywam się Сергій. Я из Білорусі. Jestem z Białorusi. У меня есть четверо детей. Mam czwórkę dzieci. И одна жена. И jedną żonę. Слава Богу. Хвала Богу. Кратенько помолимся. Склоним головы, помолимся. Склоним головы, помолимся. Добрый Бог. Добрый Боже. Благослови нас сегодня в этот вечер. Błogosław nas dzisiaj tego wieczoru. Все, что ты хочешь, чтобы твой народ услышал. Wszystko, co chcesz, aby twój lud usłyszał. Сделай так. Uczyń to. Ответь на все наши нужды и вопросы. Daj odpowiedź na wszystkie nasze potrzeby i pytania. Сделай так, чтобы мы утешились сегодня Духом Святым. Panie, uczyń tak, abyśmy zostali pocieszeni dzisiaj Duchem Świętym. Возроди внутренность нашу. Odróć nasze wnętrze. Сделай нас сильными в Иисусе Христе. Uczyń nas mocnymi w Jezusie Chrystusie. Побеждать каждый день. Żebyśmy mogli zwyciężać każdego dnia. Всякое зло. Wszelkie zło. И всякий грех. И всякий грех. И wszelki grzech. Аминь. Amen. Мы сегодня поговорим о Боге. Dzisiaj porozmawiamy o Bogu. Вы знаете, что наш Бог – это Бог сущий. Wiecie, nasz Bóg to jest Bóg, który jest, który istnieje. Он был, есть и будет. Он był, jest i będzie. И что бы ни случилось в нашей жизни, cokolwiek by się nie wydarzyło w naszym życiu, мы должны помнить, что Он сущий. Powinniśmy ciągle pamiętać, że On jest.
Может быть, сегодня ты болеешь. Быть может, сейчас хоруешь. Может быть, сегодня у тебя нет работы. Может, не маешь працы. Может быть, у тебя сегодня что-то в семье не в порядке. Может, что-то не в порядке есть в родине. И ты скажешь, что Бог забыл меня или его нету рядом. И можешь поведать, но właściwie то Пан Бог запомнил о мне и не могу обок. Но я хочу, чтобы в этот вечер ты услышал самое главное. Але хотел бы, чтобы сейчас таком главную речь услышал сейчас. Наш Бог сущий. Же Бог наш есть. Он рядом с нами. Он есть обок нас. Он все видит. Он всё видит. Он все знает. Он всё вие. И все понимает. И всё разумеет. Аминь. Аминь. Один из псалмов, 22-й псалом. Один из псалмов, 22-й псалм. Там написано: «И если ты пойдешь долиной смертной тени». Есть там написано: «Если пойдешь долиной тени смерти». В оригинале с греческого там говорится так. В оригинале греческом там есть то так уенте. Будет такое время в твоей жизни, же будет такой час в твоем жизни, что ты зайдешь в самую кромешную тьму, же войдешь в наиглубшую темность, и в этой тьме ты будешь чувствовать, что ты остался один, и в этой темности будешь отчувать, как бы został сам. Но и тогда, говорит Бог, але и так, мови Бог, знай, ведь я рядом с тобой. Jestem с тобой. И это великое чудо. И то есть великий чуд. Когда Бог дает нам такие обещания. Kiedy Bóg daje nam taką obietnicę. Поэтому помни, брат и сестра. Dlatego zrozum to, bracie i siostro. Бог рядом с нами. Że Bóg jest razem z nami. Аминь. Amen. Мы откроем сейчас книгу Исход. Otworzymy teraz drugą księgę Mojżeszową. И из третьей главы. И в третьем разделе с первого по пятый стих мы прочитаем одну историю. От первого до пятого верша прочитаем одну историю. Это история о Моисее. Есть то история Моисея. Кто-то знает Моисея? Кто-то знает вас Моисея? Поднимите руки. О, слава Богу. Слава Богу. Читай, Владко. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Amen. Amen. Очень удивительная история. Taka ciekawa historia. I jeśli my вспомним Моисея, kiedy sobie przypomnimy o Mojżeszu, мы должны помнить одну очень важную вещь. Powinniśmy sobie przypomnieć bardzo ważną rzecz. Моисей в своей жизни прошел две najważniejsze szkoły. Mojżesz w swoim życiu przeszedł dwie najważniejsze szkoły. Первая школа – это школа, когда он получил najwyższe образование в царском доме. Ta pierwsza szkoła to było to najwyższe wykształcenie, które zdobył w domu królewskim. На то время это была самая высокая квалифицированная интеллектуальная школа. В том часе это была наиболее высококвалифицированная интеллектуальная школа. И вторая школа, которая была в его жизни. И другая школа, которая имела место в его жизни. Это духовная школа. Это была та духовная школа. И он ее проходил в пустыне. И ту школу проходил в пустыне. Бог очень много и сильно работал с Моисеем в пустыне. Бог очень много и мощно работал с Моисеем в пустыне. Он готовил его к очень серьезному служению в жизни. Он его приготовил
призвал до bardzo поважного задания в жизни. Хочу сказать вам всем. Хотел бы вам всем поведеть. К серьезному служению нужно очень серьезная подготовка. До поважного задания потреба поважного приготовления. И мы видим сейчас историю Моисея. И тут мы видим эту историю Моисея. Так случилось, что он в пустыне пас овец у своего тестя. Так же сдажило, что он на этой пустыне пас овцы своего тестя. Кто-то из вас работал на своего тестя? Кто еще працовал у своего тестя? Это не просто. То не так ладно. Я думаю, кто не працовал, может быть, будет у кого-то возможность. Но если кто-то не працовал, может, надажится такая возможность. И однажды, когда он пас овец, и певного разу, когда пас те овцы, он загнал овец чуть дальше обычного. И тогда погнал те овцы трошки далее, чем зазвичай. Так бывает иногда в жизни и христианина. Часами бывало так в жизни również христианина. Когда Бог хочет с тобой поговорить на очень серьезные вещи, Он тебя немножко подальше от всех отсылает. Когда Пан хочет поразмавлять с тобой о чем-то поважном, то Он тебе так попроводит где-то на бок далее, чем иных. Так, чтобы ты уединился. Чтобы ты так został в самотности. Чтобы ты не отвлекался ни на что. Чтобы ты еще не отвратал на бок. И вот когда он пас овец, и тогда он пасе те овцы, вдали он увидел горящий терновый куст. Отдали забачил тен пламенный кшак. Моисей до этого видел много раз горящие кусты. До того момента Мойжеш видел wiele krzewów, które się paliły. Это не чудо, когда мы видим что-то горит, дерево горит. То не есть жаден суд, когда видим, как какое-то дерево się пали. Но Моисей остановился. Остановился. И Моисей затримался. И он обратил внимание на терновый куст, что он горит и не сгорает. И звучит увага, что этот кшак не спалился, але не спалася. Чудо было в том, что куст горел и не сгорал. Тен суд полагал на том, что этот кшак się палил, але не спалался. И Моисея это очень сильно привлекло. И то очень заинтересовало Моисея. Знаете, я так подумал. Видите, так помышлялем. Мы очень много знаем людей, горящих для Бога. Że znamy bardzo wiele ludzi takich płonących dla Pana, dla Boga. Их сотни и тысячи и десятки тысяч. To są их jest setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. И это не является чудом. А то не jest cudem, że oni się palą. Чудом является то, когда человек служит десятки лет и не сгорает. Але чудом есть то, что человек служит в таком огню десятки лет и не спала się. Он десятки лет верен Богу и не изменяет. Он через десятки лет верит Богу и ничего не изменяет. Он десятки лет остается верным служению и не сгорает. Он десятки лет есть верный этой послуге и не выпала się. Вот это является чудом. То właśnie jest cudem. Дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры. Когда мы видим людей 40, 50, 80 лет, kiedy widzimy ludzi, którzy mają 40, 50 lat, которые всю жизнь были верны Господу, którzy całe życie byli wierni Panu, ходили пред Богом прямо, просто ходили пред Богом, да, им было тяжело, owszem, było ciężko, да, у них были проблемы, oczywiście mieli problemy, но они всегда хвалили Бога, ale zawsze wywyższali Pana, и это является чудом, i to jest cudem. Аминь. Аминь. Я знаю много молодых людей. Знам велю молодых людей, которые зажигаются. Которые сейчас запалают. Запаливаются мгновенно, как бензин. Запаляются błyskawicznie, как бензина. И это не является чудом. И то не выглядит, то не есть чудом. Чудо, когда они идут горящие до конца своих дней жизни. Але чудом есть, когда идут до конца своего жизни так płonący jak na początku. Я хочу сегодня сказать главную мысль. Chciałbym taką główną myśl przekazać. Церковь ważna gorieć. Kościele ważne jest się palić. Ważne, żeby my byli wierni Господу. Ważne jest, byśmy byli wierni Panu. Ważne, żeby my nie zmieniali Mu nigdy. Ważne, żebyśmy nigdy tego nie zamieniali.
Но еще важнее, але еще важнейшим рzeczą до конца своих дней, до końca swoich dni пройти с настоящей верой. Przejść w tej właściwej stanie wiary. Я задал себе вопрос. Задавам себе питание. Господи, почему ты начал говорить с Моисеем таким образом? Panie, dlaczego zacząłeś z Mojżeszem w ten sposób rozmawiać? Почему ты начал разговаривать с ним, используя горящий терновый куст? Dlaczego zacząłeś z nim rozmowę, używając tego płonącego krzewu? Что ты хочешь сказать? Что ты хотел сказать Моисею в то время и что ты хочешь сказать современной церкви? И что ты chciałeś powiedzieć Mojżeszowi w tamtym czasie i co chcesz dzisiejszemu kościołowi powiedzieć? И Бог сказал мне в сердце. И Бог mi to w sercu pokazał. Две вещи, которые я хочу сегодня сказать. Две rzeczy, które chciałbym dzisiaj powiedzieć. Почему Бог говорил через терновый не сгорающий куст? Dlaczego Bóg przemawiał przez ten ciernisty nie spalający się krzew? Первое. По первое. Бог показал Моисею в этом не сгораемом кусте самого себя. По первое, Бог в этом не спалающем się krzewie objawił samego siebie Mojżeszowi. Он сказал: Моисей, посмотри на этот терновый куст. Powiedział: Mojżeszu, popatrz na ten ciernisty krzew. И знай, что я сущий Бог. И wiedz, że ja jestem Bogiem. Я всегда есть. И zawsze jestem. Я всегда рядом. Jestem zawsze obok. И даже если миллионы людей будут говорить, что меня нет, и nawet jeśli miliony ludzi powie, że mnie nie ma, знай, что я есть. Wiedz, że jestem. В этом кусте он показал свой характер. В tym krzewie on objawił swój charakter. Что он никогда не перестанет быть. Że on nigdy nie przestanie być, istnieć. Мы можем ошибаться, как люди. My możemy popełnić błędy, pomylić się, tak jak ludzie. Мы можем спотыкаться и падать. Możemy się potknąć i upaść. Но наш Бог всегда рядом с нами. Ale nasz Bóg zawsze jest z nami. Его цель поднять тебя и укрепить. Он ma taki cel, aby cię podnieść i wzmocnić. И поставить снова в строй. I postawić znowu w ten bieg. Amen. Не сгорающий куст. Nie spalający się krzew. Это прообраз постоянного неизменяющего Бога. То есть образ стоего неизменного Бога. И второе, что хотел сказать, и другое, Бог Моисею. Что хотел Бог поведеть Мойжешови? Он сказал ему так. Поведял ему так. Смотри на куст. Попадж на крев. И я хочу, чтобы ты был таким же несгораемым, как я. I popatrz na ten krzew. Ja chcę, żebyś był takim samym, nie wypalającym się jak ten krzew. Бог спас нас. Бог нас zbawił. Он зажег огонь в нашем сердце. Zapalił ogień w naszym sercu. Nie для того, чтобы мы потухли. Nie dlatego, żebyśmy utuchli. Upadli gdzieś. Бог является тем, кто всегда верит в нас. Бог оказывает себя тем, который завше верит в нас. Нас могут не понимать люди. Могут нас люди не разуметь. Нам могут не доверять люди. Могут нам не верить люди. Но Бог – это та личность, которая всегда верит нам. Але Бог – то есть та особа, которая завше нам верит. И Он сказал Моисею: ты должен быть таким несгораемым, как этот терновый куст. Powiedział w ten sposób Mojżeszowi, że powinieneś być tak niespalający się, jak ten krzew palący się. Bracia i siostry. Bracia, siostry. Это касается и нас. To dotyczy również nas. Это касается современной церкви. To dotyczy dzisiejszego kościoła. Мы имеем право уставать. Аминь. Mamy prawo się zmęczyć. Мы устаем время от времени. Od czasu do czasu się męczymy. И я думаю, что Бог сказал Моисею. Ja myślę, że Bóg powiedział Mojżeszowi. Моисей, все, что ты имеешь право это уставать, отдыхать и идти дальше. Że Mojżesz, ty masz prawo się zmęczyć, ale odpocząć i później iść dalej. Вы знаете, что есть разница между перегоранием
i усталостью. Есть разница между таким выпалением się a zmęczeniem. Есть разница, когда человек ломается и когда человек устает. Есть разница между тем, когда человек się załamie, а między тем, kiedy jest zmęczony. И я верю, что если мы сегодня будем искренни в этот вечер, я верю, что когда будем правдиве в этой правде в сегодняшнем вечере, если ты чувствуешь, что ты сломался, если то отчуваешь, что się заломалась, если ты чувствуешь, что ты перегорел, что się выпалилась. Вчера ты горел для Иисуса. Вчера и палилась чем для Иисуса. Но сегодня что-то случилось. Але дичай что с чем выдажило. Что-то пошло не так. Что с чем выдажило не властиво. И ты чувствуешь, что тебя не тянет молиться. И ты отчуваешь, что уж молитва тебя не потянула. И ты чувствуешь, что у тебя нет желания читать Божье слово. Не можешь уж прагнения читания Божьего слова. Ты чувствуешь, что ты с трудом приходишь в дом Божий. И отчуваешь то, видишь, зауважаешь, что трудно тебе уже даже до сбору прийти. Это симптомы человека, который сломался. То есть симптомы, или ознаки человека, который себя заломал. И Дух Святой. И Дух Святый сегодня в силах всех нас поставить в строй. Дух Святый дzisiaj jest mocen nas z powrotem przywrócić w ten w tą w ten właściwy stan. Аминь. Аминь. Итак, помним две вещи. И там są również dwie rzeczy. Niezgarajemy kust. Ten właśnie niespalający się krzew. Первое, это характер Бога, такой наш Бог, Он никогда не сгорает. По-перше, то есть этот характер Бога, Он так и есть, Он еще никогда не спала, не выпала. И второе, таким должен быть Моисей. И по-друге, таким мял быть Мойжеш. И таким должен быть, называйте свое имя. И таким również повинен быть, поведь свое имя. Аминь. Аминь. Прямо сейчас, я говорю, Сергей, каждый свое раз, имя. Каждый нех свое имя пове. Владек. Так. Другого не дано. Не ма иннего выбору. Враг не дремлет. Враг не спи. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол пришел по то, чтобы украсть, забить и вытратить. Но Бог сказал, я пришел, чтобы дать жизнь с избытком. Але Пан Бог мови, что я пришедлым, аби дать житие, и то житие в обфите. Наша судьба не лежать в обочине. В кювете. Не послышал. Обочина, обочина, кювет, дороги, край дороги. Не, наше предназначение не лежать сбоку дороги. Наша задача идти и спасать людей. Нашим заданием есть ищ и избавлять людей. Аминь. Аминь. И мы знаем, что Моисей должен был после этого разговора взять на себя очень высокую миссию выводить израильский народ из египетского рабства. И мы видим тут, что wiemy о том, что Мойжеш по этой разговоре отримал очень великую ответственность ищ и выпроводить народ израильский из Египта. И если бы он не был соответственно подготовлен, если бы он не был właściwie и odpowiednio przygotowany, была бы беда. То был бы клопот. 2 миллиона человек вывести из египетского рабства это очень трудно. 2 миллиона особ выпроводить из неволи египетской то есть трудная вещь. Работать с людьми это очень тяжелая работа. Praca z ludźmi jest bardzo ciężką pracą. Работать с людьми это не с дровами работать. Praca z ludźmi to nie praca z drzewem. Дрова положил, они будут лежать. Если возьмешь дерево, то положишь, то будет лежать. Но люди это каждый характер. Але люди, каждый ма якийсь иный характер. И это сложно. И это очень сложная вещь. Спросите у вашего пастора. Спитайте себе вашего пастора. Я являюсь пастором уже более 20 лет. Я jestem пастором więcej niż 20 лет. И я знаю, как тяжело работать с людьми, если нету помазания Духа Святого. Wiem, jak to jest trudno pracować z ludźmi, jeśli brak namaszczenia od Ducha Świętego. Иногда хочется куда-то убежать. Иначе хотелось бы где-то уйти. Иногда хочется сказать, Господи, доминет меня чаша сия. Можно так себе хотя поведеть, Пане, нех мне минет этот келих. Но так. Но когда есть Дух Святой. Але когда Дух Святый приходит. Когда мы горим в Иисусе Христе. Когда палимся в Христусе. Тогда все получится. Тогда все выдажа. Будем читать дальше. Będziemy dalej czytać.
После этого разговора Моисей получил задание от Бога идти и выводить израильский народ. Потом, właśnie по этой rozmowie otrzymał to zadanie od Boga iść i wyprowadzić naród izraelski. Прочитай 13 и 14 стих. Przeczytamy 13 i 14 wiersz tego trzeciego rozdziału drugiej Mojżeszowej. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają. Stop. Tak, zapytają, to czytaj. A oni mnie zapytają: jakie jest imię jego, to co mam im powiedzieć? I вот здесь Моисей спрашивает у Бога очень важный вопрос. Tutaj Mojżesz zadaje Bogu bardzo ważne pytanie. Ty mnie odprawiasz к народу израильскому. Ты мне высылаешь до народу израильского. Я приду к нему. Я там прийде. И что я скажу? Кто я такой? Что мам поведять? Ким я таким естем? Кто меня послал? Кто мне выслал? Это очень важный вопрос. Есть очень важное питание. Моисей знал, в каком состоянии находится израильский народ. Мойжеш ведал, в каком стане находится израильский народ. 400 лет не прошли бесследно. 400 лет были в этой неволе. Не прошли бесследно. А не прошло без вплыву. Они были злыми. Были зли. Они были разочарованы. Были расчарованы. Они много раз говорили: Бог, почему ты допустил это? Wiele razy wołali: Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? И состояние евреев было крайне плохим. И то та ситуация тех жидов там была крайне зла. И вы представляете, что приходит Моисей ни с чем. И можете себе вообразить, приходит такой Мойжеш с ничем. И говорит: ребята, пойдемте со мной. И говорит: ходьте, кохани, пойдете за мной. Кто бы за ним пошел? Кто бы пошел за ним? Вы знаете, евреи были очень скрупулезный народ. Видите, жиды были таким скрупулезным народом, праве педантичным. Их просто так не убедишь. Так, звичайно, их не можешь ошукать. Вы знаете, когда Моисей пошел на гору, помните, когда уже они были в пустыне? Припоминайте себе, когда были в пустыне, и Мойжеш вышел на гору. И там Бог дал ему 10 заповедей на каменных шкризалях. И там Пан Бог дал ему 10 приказов на тех табличках каменных. Помните? И вы знаете, Моисей не пришел с горы с листочком бумаги, там написанным этим 10 заповедей. И Мойжеш не вернулся с этой горы с такой карткой паперу с написанными этими приказаниями. Ему никто бы не поверил. Никто бы ему не уверил. Там были каменные скрижали. Там были те таблицы каменные. И камень был прожжен огнем насквозь, каждая буква. И там этот камень был выпаленный навскрозь, каждая литера была выпалена в этом камне. Технологий того времени не было таких. Такой технологии в тамтом часе не было. И если, например, ну, к примеру, была буква, где вот, к примеру, буква И. Если бы, например, была какая-то литера, например, литера И. Такая черточка и кропка. Такая кресочка и кропка. То кропка эта, она висела и не держалась ни за что. И та кропка так как бы там висела и на ничем еще не тримала. И это было чудо. И это было чудом. И он с этими, такие шкрижали он получил от Бога. И такие właśnie таблицы он отримал от Бога. И представляете, он бы пришел к еврейскому народу ни с чем. И вообразите себе, он бы тутай без ничего пришел до народу израильского. Его бы никто не послушал. Никто бы его не послушал. И поэтому он задает Богу вопрос. И для того дает питание Богу. Я приду к ним, и они спросят: кто тебя послал, как его зовут? И поведзом, кто чем послал, как тен Бог, как ма на имя, кто, как го называем. 14 стих читай. И 14 вьерш. А Бог рек до Мойжеша: «Естем, który jestem». I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: jestem posłał mnie do was. Amen. Amen. Bóg nie сказал, что тебя послал Бог целитель. Bóg nie powiedział, że to cię tutaj posłał Bóg stworzyciel. Целитель, исцеляющий. Bóg ten, który uzdrawia.
или Бог мира, чи Бог того света, никто бы не поверил. Никто бы не уверил тому. Имя сущий, то имя естем, обецный, означает Бог, не имеющий границ. Означает Бога без ограничений, который не имеет никаких ограничений. И он говорит: пойди к сынам Израилевым. И он говорит: идь до сынов израильских. И когда они спросят, какой Бог тебя послал к нам, когда они запитают тебя, який Бог тебя до нас послал, как его зовут, как се он называ, скажи, что сущий послал тебя то к вам. Повец, тен, который есть, естем, послал мне до вас. Это очень важно понять. То есть, очень важно, чтобы это зрозуметь. Когда мы находимся с вами, я говорю сейчас к современной церкви. Я сейчас говорю до того шагольного сбору. Очень часто мы находимся в таких проблемах, как евреи в то время. Очень часто находимся в таких проблемах, как Жиди тогда. Я не знаю всех ситуаций и судеб ваших. Я не знам всех ситуаций и разных таких околичностей. Но я тоже человек. Але я również jestem człowiekiem. И я иногда бываю в таких трудностях и стеснениях. Я часами бывам в таких трудностях и прессиях. Что разные мысли могут быть в голове. Же разные мысли могут повстать в голове. И в этот момент, церковь, послушайте, важно знать. И в таким моменте, кощеле, послушай, важно есть бы то разуметь, что мы служим сущему Богу. Же служимы тому Богу, который иснее, который есть. Он всегда рядом. Он завше обок. Советская коммунистическая система и мирская система. Та радецкий систем и светский систем. Они все пытаются убедить, что Бога нет. Они все, те системы пробуют, трудятся и хотят удоводнить, что Бога нет. Почему Бог сказал, что я сущий? Dlaczego Бог powiedział, że on jest? Потому чтобы не было сомнений ни у кого, что его нет. Чтобы у никого не повстала мысль, что его не может не быть. Люди мирские сейчас говорят: ну, это не Бог, это какая-то там сила, это еще чего-то. Люди сейчас говорят: ну, то не Бог, то какая-то мощь, какая-то сила. Может, какие инопланетяне там. Кто какие-то такие опцы с иных планет. Люди верят во всякую дрянь, только не в Бога. Люди верят в каждое глупство, но не в Бога. И это проблема. И то есть проблем. Но современная церковь. Але дzisiejszy kościół должны знать самое главное. Повинен знать то главное, что наш Бог сущ. Же наш Бог есть, истнее. Аминь. Аминь. И когда у тебя будет вера в сущего Бога, и когда будешь иметь ту веру в того Бога, который есть, ты никогда не перегоришь. То никогда еще не выпалишь. Ты можешь уставать. Можешь себя измучить. У тебя может быть нехватка финансов. Может не старчать тебе финансов. Тебя могут оставить друзья. Могут тебя заставить приятели. Тебя могут не совсем понимать на твоей работе. Не завше будут тебя разуметь в твоей праце. Ты можешь чувствовать какое-то непонимание просто от людей, от родственников. Можешь отчувать какое-то незрозумение попросту от своих кровных. Но если ты будешь верить в сущего, але если будешь верить в истнеющего, ты никогда не разочаруешься в жизни. То никогда не будешь разочарован в жизни. Ты научишься из ничтожного изыскивать драгоценное. Будешь научишься с того, что есть ничем, изыскивать драгоценность. Амен. Амен. Сердце настоящего верующего человека, сердце dzisiejszego wierzącego człowieka видит всегда доброе. Видит завше доброе. Я вам расскажу один пример. Повем вам один приклад. Вы знаете, когда в сад, где растут яблони, груши, цветочки разные. Powiedzmy, в сад, где росną те яблони, грушки и jakieś kwiaty. Залетает пчела. Przylatuje pszczoła. Как вы думаете, куда она летит? Jak myślicie, gdzie ona poleci? Она ищет
пахнущий цветочек. Она шука того пахнущего квяту. Она ищет цветущую яблоню. Она шука той квитнуцей яблони. Она в саду видит только позитив. Она в том саде видит только позитивные вещи. И другая ситуация. И иная ситуация. Когда в сад залетает навозная муха. Когда в тот сад прилетает муха гноева. Как вы думаете, куда она полетит? То как мыслите, где она полетит? Одна! Одна куча навоза тylko, на участке. Только одна грудка навозу где-то там. И эта муха, она пролетит всю красоту, не заметит. И она прийдет, прилетит целое то пекно, даже его не зауважит. Она не увидит цветущих цветков. Она не увидит их квитнущих квятов. Она не увидит прекрасных роз. Она не увидит прекрасных ружей. Она не увидит яблон, слив. Не увидит их яблони и слив. Она прямо... А она так полетит, так и в навоз, бух. И одразу на том грудке навоз. Так. Так właśnie. И если ты веришь в сущего, если ты веришь в истинного, если твое сердце горит огнем Духа Святого, если твое сердце палится огнем Духа Святого, ты из ничтожного найдешь драгоценное. То ты из такого безвартостного чего-то найдешь драгоценное. Ты увидишь крайне плохого человека и в нем найдешь что-то хорошее. Ты увидишь крайне злого человека и в нем найдешь то, что доброе. Так смотрит на нас Иисус. Так właśnie patrzy на нас Jezus. Вспомните, какими мы были, когда пришли к Богу. Przypomnijmy sobie, jakimi byliśmy, kiedy przyszliśmy до Pana. Не очень хорошее, правда? Не за bardzo dobrze, правда? Я был очень плохим. Я byłem bardzo złym. Злым и плохим, и кем я только не был. И чем только не был. Но Господь призвал меня. Ale Pan Bóg mnie powołał. Спас меня. Zbawił mnie. И в церкви братья и сестры меня обтесали немножко. И в костеле братья и сестры трошки мне обтесали. Я стал похож на христианина. И сталем się подобный до христианина. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Когда ты веришь в сущего, kiedy wierzysz w istniejącego, ты никогда не перегоришь. Nigdy się nie wypalisz. Ты никогда не разочаруешься. Nigdy się nie rozczarujesz. Ты будешь вставать рано утром и говорить: Бог, я благодарю тебя за то, что мои глаза видят. Będziesz wstawał rano wcześnie i powiesz: Боже, dziękuję ci, że moje oczy mogą widzieć. Спасибо, что над моей головой есть крыша. Dziękuję, że nad moją głową jest dach. Спасибо, что у меня есть здоровые дети. Dziękuję, że mam zdrowe dzieci. Это счастье. To jest szczęście. Когда мы живы и здоровы. Kiedy jesteśmy żywi i zdrowi. Мы даже этого не замечаем уже. Nawet już tego nie zauważamy. Однажды я пришел к одному профессору, чтобы проконсультироваться, врачу, профессору. Kiedyś poszedłem do jednego profesora, lekarza, żeby się skonsultować. Он посмотрел меня. Он мне так выбадал. И сказал: я хочу тебе сказать одну вещь. Это была женщина. И powiedział, znaczy powiedział, to była kobieta. Я хочу тебе powiedzieć jedną rzecz. Если ты, Сергей, не задумываешься, что у тебя есть палец, если ты, Сергей, не замышляешься над тем, не зауважаешь, что маш палец, что у тебя есть ухо, что маш ухо. Или что у тебя есть на ноге мизинец, самый маленький палец. И же в ноге есть там тот наименьший палец. Значит, ты здоровый человек. То значит, что ты здоровым человеком. Но как только твой мизинец заболит, але если тот малюткий человек, тот палюшек захорует, ты сразу поймешь, что у тебя есть палец. То одразу зрозумешь, что маш палец. Кто из вас думает каждый день о вашем мизинце? Kiedy, znaczy, czy ktoś z was każdego dnia myśli o swoim małym palcu? Никто. Никт. Но если он заболит, але если заболи, ты будешь думать о нем каждый день. То будешь о нем мыслить каждый день. И если мы здоровые люди, если jesteśmy zdrowymi ludźmi, если у тебя все хорошо, если у тебя wszystko w porządku, человек иногда перестает этим ценить. То в ten sposób czasami człowiek zaczyna przestaje to doceniać. Я даю вам один совет. Daję wam jedną radę. Когда вы встаете рано утром, kiedy wstajecie rano wcześnie,
Скажите Богу так. Повесьте Богу так. Несколько слов. Пара слов. Боже. Боже. Благодарю Тебя за мои руки. Jestem Ci wdzięczny za moje ręce. За мои ноги. За мои ноги. Сердце мое. За сердце мое. Что я здоровый человек. Że jestem zdrowym człowiekiem. Что я могу смотреть в окно и видеть красоту, которую Ты сотворил. Że mogę popatrzeć w okno i zobaczyć to piękno, które stworzyłeś. От этого приходит радость, церковь. Z tego przychodzi radość, Kościele. Иногда мы встаем и Ale kiedy рано встаем и od razu takie бу-бу-бу-бум. О, мне надо идти на работу. Ну, trzeba iść do roboty. О, мне надо по хозяйству чего-то делать. А тут trzeba на господарстве coś поробить. Встаньте и прославьте Господа за то, что ты жив. Встань и увельбий Пана за то, что живешь. И твоя жизнь наполнится красками Божьей любви. И тогда твое życie выполни się пięknem Божьей miłości. Я так делал, я проверял, это работает. Я так чинилем, справдзалем, то и то działa. Пусть Бог благословит вас. Нех Бог вас благослови. И скажу последнее. И powiem ostatnie. Второе, с чем послал Бог к израильскому народу? И другое, с чем го послал Бог до народу израильского? Первое, он сказал: иди и скажи, что тебя сущий послал. Первое, powiedział: идź и powiedz, że ciebie istniejący, ten, który jest, posłał. И второе, а по другое? Читаем 15 стих. Przeczytamy 15 wiersz. И mówił dalej Бог до Мойżesza: так powiesz synom израильским: Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Amen. Amen. Второе, с чем послал Бог Моисея к израильскому народу? Другое, с чем послал Мойжеша Пан Бог до народу израильского? Он сказал: приди и скажи, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Powiedz, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Знаете, что я понял? Wiecie, co zrozumiałem? Что когда к нам приходят испытания и проблемы, kiedy przychodzi jakieś próby i испытания. Tak, próby i problemy. И для того, чтобы не перегореть, и aby nie przepalić się, не разочароваться, nie rozczarować się, нужно в момент трудности, potrzeba w momencie tego doświadczenia, tej trudności, вспоминать всех героев веры, которые пролаживали нам путь. Wspominać tych bohaterów wiary, którzy jakby uprzedzili naszą drogę. W moment trudności нужно помнить о героях. W momencie próby, trudności należy wspominać sobie o tych bohaterach. Нужно вспомнить Авраама. Trzeba przypomnieć sobie Abrahama. Dawida. Dawida. Моисея. Mojżesza. Вспомнить наших отцов, которые сидели в тюрьмах в советское время, в коммунистическое. Wspomnieć sobie naszych ojców, którzy siedzieli w więzieniach za czasów sowieckich. Я не знаю, как было в Польше, но у нас в Белоруссии. Nie wiem, jak było w Polsce, ale na Białorusi. Много братьев сидели в тюрьмах за веру. Wielu braci siedziało w więzieniu za wiarę. Вы можете себе представить получить 20 лет срока за веру в Бога? Możecie sobie wyobrazić taki otrzymać wyrok 20 lat za wiarę w Boga? Это страшные колымские лагеря. I w tych okropnych łagrach czy obozach kołymskich. Это сложно представить. To nawet jest bardzo trudno sobie wyobrazić. Но были люди, которые шли и пролаживали нам путь, чтобы мы сегодня комфортно себя чувствовали. Ale byli ludzie, którzy szli przed nami i torowali drogę, żebyśmy dzisiaj w taki komfortowy sposób się czuli. Вспомните в момент трудности героев веры. Przypomnij sobie w momencie trudności tych bohaterów wiary. Это подкрепит твой дух. To da ci wzmocnienie twojego ducha. Это даст тебе силы идти дальше. То даст тебе силы, чтобы идти дальше. Я особенно говорю сейчас к молодому поколению. Szczególnie młodemu pokoleniu dzisiaj. Вы живете в прекрасное время. Żyjecie w przepięknym czasie. Такого времени я не знаю, будет ли оно еще. Nie wiem, czy taki czas jeszcze będzie. Пользуйтесь моментом. Użyj ten moment, ten czas. Пусть ваши сердца будут благодарны Господу. Wykorzystaj to i niech twoje serce będzie wdzięczne Panu. Не теряйте времени. Nie traćcie czasu. Служите Господу.
Господу. Слушайте Пану. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Не wiemy, dlatego że nie wiemy, co będzie jutro. И когда есть трудность? И kiedy przychodzi to, ta trudność? Помните. Вспомни. В этот момент нужно думать. А героях веры. В этом моменте należy przypominać sobie bohaterów wiary. Я хочу дать один совет вам. Chciałem was dać jeden przy taki taką radę jedną. Когда ты в уязвимом таком состоянии, kiedy jesteś w takim złożonej sytuacji, когда ты колеблешься, i tak się wahasz, никогда не смотри и не слушай тех, кто упал. Nigdy nie patrz się i nie słuchaj tych, którzy upadli. Ci ludzie, którzy ушли от Господа, ci, którzy odeszli od Pana, nie смотри на них. Nie patrz się na nich. Nie слушай их. Nie słuchaj ich. Tam нет будущего. Tam nie ma przyszłości. Tam нет надежды. Tam nie ma nadziei. Поднимай свою голову. Podnieś swoją głowę. И смотри на тех, кто прошел до конца свою жизнь во Христе Иисусе. На тех, кто же до конца своего жития прошли в Христе Иисусе. Церковь это очень важно. Kościele to jest bardzo ważne. Не дайте дьяволу обмануть себя. Nie pozwólcie diabłu się oszukać. Самое главное, что я хочу сказать напоследок. На jako ostatnie najważniejsze chcę powiedzieć. Никогда не проигрывайте дьяволу в молитве. В молитве. Никогда не проигрывайте. Не przegrywajcie nigdy z diabłem w modlitwie. Если сатане, не бавьте się z diabłem w modlitwie. Если дьяволу удастся украсть у нас сферу молитвы, если дьяволу удастся украсть нашу ту сферу молитвы, он разобьет всю нашу жизнь в дребезги. То он będzie niszczył całe nasze życie. Молитва, ежедневная молитва. Молитва, codzienna modlitwa. Это безопасность для духа, души и тела. То есть bezpieczeństwo dla ducha, duszy i ciała. Это безопасность для сегодняшнего и для будущего. То есть bezpieczeństwo dla dzisiaj i dla przyszłości. Даю практический совет. Dałem taki praktyczną radę. Встань за 15 минут раньше. Встань 15 минут wcześniej и удели Богу немножко времени. И удел Богу трошке часу. И ты увидишь, что твой день будет днем победы. И ты zobaczysz, że ten twój dzień stanie się dniem zwycięstwa. Не пренебрегайте этой сферой. Не zaniedbujcie tej sfery. Дьявол знает, что если он украдет у нас молитву, и дьявол wie, że jeśli nas okradnie z modlitwy, следующее, что он украдет у тебя радость. Następne, co on ukradnie, to będzie radość. Потом мир, потом покой, потом он украдет у тебя здоровье, а потом będzie kradł twoje zdrowie, потом украдет мир в твоем доме, в твоей семье, потом покой в твоей родине, в твоем доме украдне. Поэтому, дорогие братья и сестры, dlatego, drodzy bracia i siostry, я хочу, чтобы вы понимали, что то, о чем я сегодня говорил. Chciałbym, abyście rozumieli, że to, o czym dzisiaj mówiłem, это то, чем нельзя жонглировать. То есть то, чем не можно жонглировать. Это то, что нельзя впустить и выпустить из уха. То есть то, чего не можно впустить с одной стороны и выпустить с другой. Может быть, ты сегодня strony. Пойдешь домой. Может, dzisiaj pójdziesz do domu. И ты ничего не переживешь сегодня. И ничего, я не знаю. Ничего из этого не переживешь. Но если что-то запало в твое сердце. Але если coś zapadło do twojego serca. Когда мы сейчас будем молиться. То będziemy się za chwileczkę modlić. И ты чувствуешь, что тебе нужно подтянуть эту сферу. И ты отчуваешь, что треба подтянуть эту сферу. Будь искренним перед Богом. То будь щирый перед Богом. Скажи, Господь, зажги меня. Powiedz, Panie, zapal mnie. Исцели меня. Уздоров мне. Сделай так, чтобы я был как лев из колена Иудина. Сделай так, чтобы я был львом из колена Иуды. Żebym był tym, tak, uczyń tak, żebym był takim lwem z tego pokolenia Judy. Не надо Богу рассказывать лишнее. Просто он знает все. Nie trzeba Bogu, jest to złą rzeczą, kiedy będziemy mówić jakieś takie kłamstewka. Trzeba mu mówić wszystko, bo on wie wszystko. Просто скажем: Боже, вот я. Po prostu powiemy: Panie,
Боже, ото jestem. Все, что нужно, сделай со мной сегодня. Wszystko, co trzeba, dokonaj ze mną dzisiaj. В простоте сердца. В такой простоте сердца. Ни на кого не смотри. На никого się nie oglądaj. Просто останься ты и Бог. По просто zostań ты и Бог. И ты увидишь, что когда ты станешь искренним сейчас в молитве. И zobaczysz, kiedy będziesz taki szczery, prawdziwy dzisiaj w modlitwie, ты почувствуешь, что он станет твоим собеседником. To odczujesz, że stanie się tym twoim współbiesiednikiem, tak? Tak, tak. Drugą. Drugą, przyjacielem. Amen. Amen.